так и должно быть. Смотрите, у меня что-то случилось с руками. Ау! Ткнуло меня, хватит игрушки. Что это? О, я сейчас и голову оторву. Да, хобот надо чаще мыть. Всем привет. У меня тут немного шариков-лошариков на столе. Дело в том, что очередной завоз тут всяких странных штук произошел в мой автомат по выдаче всяких странных штук, который стоит у меня в городе. Ну, знаете, там закидываете денег, и там разные эти шарики, и они выпадают. Ой, у меня, кстати, есть видос, как это все было. Если я его не стер, то, надеюсь, то я вам его покажу. Это когда приезжал ко мне Шира в гости еще было. Я забыл совсем про эти штуки. Там даже, кстати, обновилось уже что-то новое, так что, может быть, вскоре будет еще один выпуск. Да. Ну, вот сейчас посмотрим на видос с этого автомата. Вертикальное видео люблю, но в другом никак. Или это спойлер? Не-не, нормально. Это Шира. Еще, о, так, еще. Надо еще один. Крошки-горошки, слишком мало крошек-горошек. Они просили у меня. Леди Баг надо. Багнутую леди. А тем более распродажа. И черепашку ниндзя надо тогда. О. Так, тихо. Ладно, не буду пока показывать, какие. Черепашку ниндзя. Нью. Новиночка. Надо было показать, как они вываливаются, да? И падает вниз. Телепортировалось как там. Да. Вот так и его. Внизу. Забрать сдачу. 10 рублей, верните мне мою десятку. Все. Ну что ж. Главный вот. Приз. А тут, видишь, обзоры уже идут. Ага. Главный приз 10. Класс. Смотрите, как дураки с этими шарами. Пошли для чего машины. Так, ну давайте посмотрим, что же здесь есть. Здесь есть эти горошки, здесь есть смарт-часы, здесь есть какая-то фигурка одна, здесь есть черепашка-ниндзя и здесь есть лизун. Ну, начнем давайте с лизуна, ну, посмотрим со слайма. Посмотрим. Так, ну, единственное, что прикол, конечно, в этих игрушек, что у вас все равно остаются такие вот забавные капсулы-шарики, которые можно прикольно использовать как-нибудь по-разному, короче, ну, в разных сценариях использовать и по-разному комбинировать их. Но такой себе, хвалить за упаковку этот китайский мусор весь, который явно, ну, все это поддельное, не настоящее. Хотя бывают там хорошие игрушки. И там вот то, что сейчас, даже поинтереснее будет. Ну, может быть, покажу. Опять же, ставьте лайк, пишите комментарии, показать вам еще из этих автоматов. Может быть, из других. Может быть, вы знаете какие-то еще прикольные, где что-то выдается. Очень прикольно, потому что, например, в Азии, в азиатских странах, это целые огромные сотни этих автоматов с разными фигурками, игрушками, коллекционными штуками, машинами, картами. Стоят просто огромное количество, но в Японии особенно, но у нас вот пока вот только такие. Надеюсь, будут и разные всякие другие, не знаю, мне кажется, это забавное, но почему бы нет, развлекуха такая, если есть какая-то лишняя денежка, порадовать себя какой-нибудь безделушкой, мелочь, а приятно, доступное развлечение, так сказать, как бы, ну, и то, что-то из доступного. Так, у нас тут вот такой вот слайм, который очень приятно жмякается. Он холодненький такой. Даже смотреть на это приятно, да? Нет. Так, есть ли что-то у него внутри? Или просто это слайм? Ну, по поводу, сколько это всего стоит, поскольку это было, ну, не вчера. Я думаю, вы сами увидите на видосе. Или, ну, короче, там все в районе 100-200 рублей. От 50, по-моему, до 250. Вот так, если быть точнее. Хотя могу ошибаться. Ну, примерно такие цены, мне кажется, там были. Вот этот, ну, просто разноцветный такой радужный слайм. Вот видите, вот он. Кстати, не липнет к рукам. Ну, или лизун, кто как назовите. Все называют одно и то же, все по-разному. Короче, неважно. Но вот эта штучка, она не липнет к рукам, не красится. Остается небольшая влага на руках, но она очень быстро испаряется. К слову, вот эта штуковина, она так пахнет немножко странно. О, кстати, я придумал, смотрите, можно же сюда ее положить, точно. Она сразу пахнет странно так, и со временем она начинает пахнуть еще все более странно, если она лежит у вас где-то не в коробке, да и в коробочке. Смотрите, прикольно, во,
Вот это вот забавно, то, что можно положить в этот шар, и у вас будет шар со слаймом. Это забавная, прикольная штучка. Ладно, хорошо. Следующее, что же там есть? Давайте посмотрим на крошку-горошку. Ну, крошки-горошки в горошке. Крошки-горошки в горошке. Вот я бы так сказал. Крошки-горошки, которые в горошке. Что я несу? Крошки. Кстати, там, если бы открываешь крошку-горошку, а там слайм внутри. Вот, было бы так забавно. Не знаю, что там внутри, там какие-то поддельные, они поштучно. И как бы вроде и недорого, но мы помним, да, что крошки-горошки. Сейчас я, кстати, покажу. Секунду, прям ждите, прям бегу. У меня есть вот крошки-горошки оригинальные. Вот они, крошки-горошки лежали на полке почему-то. Это оригинальные, да? Да, внутри с этим тальком оригинальные, потому что были подделки, я тоже показывал. И вот эти вот крошки-горошки, ну, мы сейчас сравним, мы, кстати, достанем одну оригинальную. А, я забыл, там один пупс, не один пупс, кто там, что там. Ну, сейчас, подождите, давайте проверю. Да, пупсы вот здесь, окей. Ага. Или там разные они, что там, я не помню. И что-то не помню. По-моему... А, да, один пупс, и у него аксессуары там идут. Даже уже забыл, представляете, как это все. Так, что здесь за карточка? О, это Джой у нас здесь наверняка здесь ждет. Смотрите, карточка, просто ее смяли, она порвалась. Вот такая жесть произошла. Так, по размеру вообще один в один. И по форме все очень, ну, реально похоже. То есть вот если бы так вот сказать, да, что... Ну, вот даже они в этих капсулах, как будто оригинальные, посмотрите, вот, ну, вот, как будто это какая-то просто такая, типа, супер упаковка для крошек-горошек, которые, типа, просто одиночные продаются, может быть, и так, но, нет, там все паль, вот там прям вот все подделки, хотя сами крошки-горошки выглядят тоже как подделки. Ну, вы помните. Такая игрушка. Игрушка. Ну, просто они какие-то головы. Даже подделки, если бы они не так не воняли, они очень воняли. Я уж не помню, в ролике я сказал или нет, но они реально очень сильно воняли. Может, у меня нос там был заложен. Что мне пришлось их потом даже, по-моему, подделки выкинуть, поэтому их нету. Не сохранилось. Потому что, да что ж такое, ногтей нету, теперь что делать? Что делать? А? У меня специальные просто вскрывающие штуки есть тут. Закажу. Это не зубы. Нет. Это не зубы. Что, я думаете, буду грызть? Тем более не получается. Зубов тоже нет. Слышите, шепелявлю. Вот. И зубов нет. И никогда не открывайте упаковку зубами. Это плохое дело. Так. Смотрим. Смотрим, кто же нам там попался. Какой же это Джоуи? Тут не Джоуи совершенно. Так, ну тут просто пупсы без аксессуаров. Смотрите, ей тело на голову прилипло. И она такая, типа, все нормально, так и должно быть. Все хорошо, я просто отдыхаю у себя на голове. Бум, бум, ой, голова упала, ой. Ну, вы знаете, она не воняет, о. Это, короче, подделка, которая не воняет. Но по цене она почти как оригинал, да? Или нет? Нет, наверное, все-таки это дешевле будет. Но здесь нет аксессуаров. И промялась голова, что-то какое-то, знаете, произошло преступление. Удар, вмятина на голове у ребенка бедного. И поэтому у нее такой взгляд. Все в порядке. Все хорошо. Простите. Вот. Но это не Джоуи, кстати. Это совершенно не Джоуи. И откроем вторую крошку-горошку. Тоже почему бы и нет, чупонь. Потому что с ними закончим, разберемся с ними и все. Ну, на карточку смысла нет. Сэнди, Джоуи, кто тут есть? Карточки, причем, знаете, как эти старые от Ниндзяго подделки с такими эффектами блесток всяких. Так, ну здесь-то может получится с первого раза. Давайте, с первого раза. Вот, получилось все с первого раза. Так, хорошо. И открываем вторую штуку. А, да ладно! Да ладно, прохладно. Слушайте, может попасться просто тупо аксессуар. Нет, тогда это не прикольно. То есть вы покупаете, а вам там может попасться аксессуар. И у нас будет, причем аксессуар, смотрите, какая дичь. Это LOL бутылочка.
Это какой-то мишка, криповый, очень страшный. Это соска, чтобы впихнуть в рот этой кукле. Вот, но она не впихивается, потому что у нее кривой, и он меньше, смотрите. Не получается. Вот, и вот такая история. Ну, к слову, давайте покажу вам, как выглядит, если вдруг вы не видели. А, и еще здесь типа штука. Ну, а это вот прям оригинальный буклет, они обычно воруют эти оригинальные штуковины. Давайте пока... Что-то я не понял. Неважно. Мне казалось, другой был. Друзья, может, это подделка, что-то как это у него руки трясутся. Нет, нет, это точно оригинал. Вот, у этой шея, да нет, не пахнет она. Шея у него, видите, какая адская, адская шея. Как будто это функция. Вот. Но еще раз говорю, здесь подделка опять, и несмотря на вмятину на голове, подделка сделана лучше, только вот у нее, кстати, руки и ноги не крутятся. Ну и ладно. Так, а как, вот какую крышку теперь, как бы не спутать ее? А ну вот это вот. Ну ладно. Короче, все, разобрались с крошками, горошками. Фигня полная с этих подделок. Ну, как бы, когда фигурка попадается, это прикол, прикольно, прикольно. А когда попадается просто аксесс, то не прикольно. Тем более, что аксессуары тупые. Тут типа куклы лол, бутылочка, ладно, соска. Была бы какая-нибудь там одежка прикольная. Вот так вот сделал. И все. Вот эти шарики понадобятся. В них, знаете, прикольно что-нибудь кошкам или просто там туда шарик положить какой-нибудь, они его будут катать. Главное не класть туда еду, иначе это будет жестоко. Вот в эту штуковину, представляете, положить корм. Жестокий кошатник Сафронов. Положить корм, они его будут чувствовать и не будут знать, как открыть это. Это будет обидно. Я такого делать не буду, мне кажется. Мне жалко просто котеек из-за... Они не заслужили такое. Слушайте, мне кажется, крышечку я перепутал. Больно хорошая. Не знаю, неважно. Зачем мне оригинальная крышечка? Прям так важно это, что ли? Нет, конечно. Что еще? Еще не все. Давайте посмотрим на что-то интересное. Смотрите, у нас смарт-часы. Всего за ничего денег. То есть прям дешево-дешево, прям дешево-дешево-дешево. Смарт-часы, реально. Apple Watch нового поколения. Вот. Смотрите, они даже сделаны как Apple Watch сзади. Один в один. И прям, ну вот, прям можно смотреть, Apple Watch. Ремешок даже вставляется. Вот, кстати, я думаю, что надо будет взять уже на Apple Watch и посмотреть, ремешок подойдет или нет. Будет забавно, если этот дикий ремешок. Правда, если вы поставите на Apple Watch этот ремешок, я думаю, что до свидания вашим Apple Watch придет. Так, а еще здесь нету этой пипки. Пипки, которая... Короче, класс, классные часы. Так, экран заклеен почему-то. Они что, не работают, что ли, еще, наверное? Что-то они делают? О, они показывают красненьким время. И даже можно что-то тут менять, будильник настраивать. Ну, посмотрите, какой экран. Ужас. Но он не мерцает, это мерцает из-за кадра, из-за частоты кадров, потому что герцовка такая, вот. Ну, ужасный какой-то... Смотрите, у меня что-то вот случилось с руками. Кожа как будто потрескалась. Это вот прям случилось сейчас. Видите? Это вот от этой штуки. Я не хочу больше это трогать. Я боюсь. Надо это выкинуть. Я не хочу. Ну, смотрите, что с пальцами произошло. Я надеюсь, что это смоется, но как будто просто кожа потрескалась. И она начала чесаться. Жесть. Ну, вот это вот, ладно, было. Но вот это, вот этого не было. Надеюсь, больше ничего не будет у меня, чего не было на коже из-за этих часов. Да, ну еще здесь кто есть? Здесь есть. О, смотрите, как он приехал, классно. Черепашка-ниндзя на собственном транспорте. Он может кататься. На черепашка-мобиле. Шаромобиль черепашный. Это Микеланджело в маске Леонардо, да? У нас получился, смотрите, у него вот этот сай. Оу! Ткнуло меня, хватит игрушки меня. Это, я, ну, сам себя ткнул, не думал, что оно будет острое. Камон, игрушки должны быть такими острыми. И вот здесь есть упоротая черепашка. Кто помнит, лайк за выпуски вредных игрушек с черепашками-ниндзя, где суп варил. Можете суп из черепашек-ниндзя, можете посмотреть. Вау, тут, наверное, была какая-то функция, они с какой-то игрушки, наверное, ее переделали. А еще был этот черепахиус во Вредляндии. Это очень похоже, посмотрите, у него нос. Почему они так делают, такую черепашку? Она же не так выглядит.
Кстати, у первая черепашка, у которой это не просто, а это типа они сделали прям реально хобот. Хобот, смотрите, хоба и хобот. И два рта получилось таких. Ну, у него либо два рта, я уже тогда шутил на эту тему, но обычно просто раз и так закругляется вниз, ну, чтобы морда черепашки, ну, как будто. Может быть, они картинку какую-то увидели. Может быть, еще что-то, но... Смотрите, какой он вранейник. Ведь просто это черепашка с хоботом. Это не черепашка. Кто у нас с хоботом? С хоботом. Муравьед? Кто еще? Я забыл. Бронтозавр, по-моему. Похоже. Это бронтозавр. Это вот точно. У него этот панцирь ушел сюда. А это хобот. По-моему, бронтозавр. Или как называется эта штуковина такая тоже? Броненосец. Бронтозавр. Это... Бронтозавр это... сейчас мне налетит тут этих от динозавролюбов. Динозавролюбов. Вы тут? не кидайтесь меня тапками. Но, камон. Я не заслужил этого. Хотя заслужил, конечно, но за бронтозавра. Броненосца называешь бронтозавра. Наверное, броненосец такой. О, да. Это я. Положу его обратно в эту его чудо-штуку. Мне кажется, просто эти штуки, они все радиоактивные. У меня пальцы отвалятся после этого всего. Ужас какой. Стоит ли делать второй обзор, да? А вы сейчас, небось, такие, о, давай, Сафронов, второй обзор. Еще что там есть? Там какие-то трансформеры, там еще всякие Человеки-пауки, супергерои. И там всякие антистрессы. О, да. Ну, ладно. И это у нас в следующей капсуле, вот так незаметно мы подошли, это у нас Леди Кот, Атака и Энергия. Посмотрите, это, его зовут Атака, его зовут Энергия. Адриен, кто из них Адриен, я не знаю, я этот мультик не смотрю, мне пофиг на него, если честно. Какой-то мужик в латексном костюме, какая-то БДСМ вообще штука непонятная, ну такое себе, если честно, для детей. Да и она, ну она ладно, еще на эластику похожа какая-то, но тоже такое все обтягивающее. Но чувак в этой костюме обычно как бы таких чуваков на мемах, знаете, с двумя там чуваками в раздевалке рисуют. Вот, так, и у нас здесь есть чудесная фигурка, причем смотрите, она была... Бухая, короче, леди лисица. Я не знаю, как ее зовут. Но посмотрите, она реально тут в этом шарике ее согнула. Жизнь ее нагнула просто, понимаете, вот так. Согнула, она понурая теперь. Я думал, она, знаете, сейчас выпрямится, я ее открою. Открою. И она выпрямится. Но она, посмотрите, это я просто. Я просто в понедельник утром. Вот это я в понедельник. Давайте так. Я иду. На работу. Я иду на учебу. Я возвращаюсь с зарплатой. Я получил красный диплом. Я узнал, что у меня есть огромная семья и тропинка, и лесок, какая-то фигня, что-то сзади у нее здесь. Что это? О, я сейчас и голову оторву, слушайте. Это звучит как угроза, но вот. Смотрите, это не я оторву, это капсула ей шею сломала. Вот почему. Вот почему. Но это, слушайте, это лучшее, что может быть в твоей жизни. Лучшее, что может быть. Давайте я как лицо ее вам покажу. Смотрите, какая это прелесть. Смотрите, какая няшка. О, да. Такое впечатление, что она хотела быть лисичкой, но стала сатаной. Ну, знаете, она там, типа, как это называется, ушки, это, а в итоге она превратилась, знаешь, как рыжего козла. Ну и вообще. Ну, или это просто, как бы, я не знаю, как это называется, твоя будущая девушка. Вот так я тебе скажу, мой друг, ты, кто смотрит это, вот так она выглядит, если что. Ну, хотя бы девушка, да, вот, почему бы и нет, почему бы и нет. Ну и пусть такая, давай, давай, врагов, ищи, видишь, у нас черепаха, о, давай, чик, выезжай, иди сюда, где суперкот, что это за девка с ним рядом, а кто такая, это мой мужик, кот и божья коровка несовместимы, кот должен хотя бы с лисичкой, мы хотя бы, у меня хвост, у него хвост, ушки, что это такое, дорогая, я дома, дорогая, сегодня я засунул свой хобот, знаешь, неважно. Смотри, смотри, они вместе. О, дорогая, ты опять смотришь фото бывшего? Ты опять за свое. Нет, ты понимаешь, ты все время промахиваешься. Нет, ты понимаешь, знаешь,
тыкни мне в пятку. Тык! Дырка в пятке, что ты делаешь? Мой бывший так не делал. Я ухожу от тебя. Кому? Кому? Кому от меня ты уходишь? Я ухожу от тебя к слизи. Я ухожу от тебя к слизи. Блин. Неудачник. Я слизь, и я лучше, чем ты. Блин. Это было неприятно. Пойду помою свой хобот. Да, хобот надо чаще мыть. Так, дорогая, пойдем. Давай. Ты точно мой молодой человек? А то мне кажется, что это мне просто стало плохо. Так и есть. Тебе стало плохо? Бррр. И теперь я твой молодой человек. Вот у нас такая компашка. Это прекрасно, это прекрасно. А у нас будут дети? Да, конечно, дорогая. Вот. Вот это наши дети. Не надо, спасибо, до свидания. Шарик, кладем его в шарик, смотрите. Быстрая инструкция по избавлению от детей. Да, дорогая, смотри, как я смажу этот шарик. Положу его еще в один шарик. И отправлю нашего ребенка в далекий отпуск. Я помогу. Ура, мы свободны. Дорогой, а что ты мне подаришь на день рождения? А? Я подарю тебе Apple Watch. О, мои любимые. Мои любимые Apple Watch. Да, дорогая, надевай эти Apple Watch. Ой, классно, обожаю Apple Watch. Сейчас мне что-то они маловаты. Что-то не получается. Слава богу. Я теперь тоже свободен. Супер-кот, я иду к тебе. Да что такое? Опять этот супер-кот. Получай. Вот, поигрался. Простите, я просто, ну, действительно, это просто увлекательные игрушки, я же ни при чем. Ну что такое? Ну просто поиграл, ну в игрушки, что? Кстати, сломала шею, действительно. Просто поиграл немножечко в игрушки. Такое бывает, у нас со мной случается. У тебя два шарика поместится, нет, не поместится. Черепашка, вот такой замечательный набор. Но если хотите еще видео, если хотите еще, чтобы поигрался, если еще хотите что-то, то ставьте лайки. А я пойду руки со спиртом мыть и вообще на новые себе пойду куплю. На 13 рублей оставшиеся. Ну и сколько там не осталось. Всем пока!